крайне неприятно было его отношение ко мне. Урод, прям как Айден. Мразь. И вот этот iPhone 10 сегодня будет мой. Вообще администрацию надо звать. Ну вот так вот. Говно какое-то обоссанное, не автомат. Вообще. Сука. Что, она со мной играет, что ли? Отдай бабки мои. Всем добрый день, с вами Айден. Сегодня у нас поистине интересный выпуск. Во-первых, мы находимся в торговом центре Июль, где есть очень много 100% игровых автоматов. А во-вторых, сегодня впервые в качестве гостя я решил позвать подписчика, который люто и рьяно ненавидит меня. Поэтому встречайте сегодняшний мой хейтер Матвей. Давай, заходи, не надо. Здорово. Так, Матвей меня ненавидит. Писал. Смотри, вот так выглядит мой типичный, типичный хейтер моего канала. Я тебя ждал, больше кто больше выиграет призов в игровых автоматах. Если вдруг выиграю я, то это просто будет дикий позор для хейтеров. Если он писал плохие комментарии, то, в общем, посмотрим, я тут постараюсь сейчас максимально приноровиться. Все, в прошлом видео ничего не выиграл вообще. Все, поехали. Держать это свою машину, наверное, взял. Спонсор видео – моментальная лотерея Эйгер, в которую выигрывают настоящие деньги. В игре 12 клеток. Открывая любую, в каждой из них лежат деньги. Где-то поменьше, а где-то больше. Выигрыш моментально зачисляется на счет и остается только вывести удобным способом. В Эйгер играют более миллиона игроков, и сотни тысяч рублей выплачиваются ежедневно. Прямо сейчас переходи по ссылке в описании и получи 1000 бонусных рублей на счет. Сейчас я уже поднимаюсь, буду выигрывать призы. Не то, что Айден в прошлом видео говно китайское выбил себе вообще держателя своей машины, которой у него нет, конечно. Китайское говно, блин. Стоимость одной попытки 100 рублей. Это два бургера. Давай ты. Все, сейчас будет все. Урод, прям как Айден. Опа, давай, Айден, как надо. AirPods, вот так вот. Не то, что ты свой держатель. Он оригинал. Ну что, я начну свою игру с первоэтажного вот этого автомата. Вижу здесь, значит, уже подвинут пауэрбанк. Но, наверное, сейчас я буду стараться выбить лав-иску. Так, ну я, походу, аж... Ладно, главное приловчиться в этом деле, я считаю. То есть, ну, попытка, не пытка, я хотя бы подвинул эту штуку. Я считаю, что пачка оригинальных лав-исок даже за 200 рублей, очень даже неплохо окупится. Опа! Ах, да что ж такое? Это я такой кривой, это всегда. Не сдвинул. Мразь. Пойду-ка я на другой этаж. Что бы еще выиграть? О, мне пауэрбанк нужен, вот. Блин, я не попала. Не повезло, не фартануло. Ладно, я пойду в следующий автомат пока. Вообще будет легко, я думаю. Да ё-моё, вот это... Это 250 уже? Пойдемте в следующий автомат. Ну, пока так себе. Друзья, на самом деле я в шоке иногда вот таких школьников, знаете, которые ведут себя не только в интернете, понятное дело, что их никто не заметит, фигово, но они еще и в реальной жизни умудряются грубить. Я просто отпустил этого школьника на все четыре стороны, не знаю, что он там выиграет, но мне крайне неприятно было его отношение ко мне. Поддержите меня лайком в комментариях, а я иду тратить деньги дальше. iPhone 10 сегодня будет мой. Там в коробку попало. Вообще администрацию надо звать. Я самый меткий из метких. Косой. Говно какое-то обоссанное, не автомат. Выше надо брать было. Давайте потом администрация позвоним. Скажем, что я приз выиграл, они не выдают. Или мышку попробовать. Блин, время идет уже. Я опять, короче, кривовато все сделал. Ну, пожалуйста, ну давай, пойди. Допустим, я его добью. Ладно, что-нибудь. Часы, может, как? Или мышку? Да блин, да...
Что такое? 100% вроде бы как. 100% игровой автомат. Но почему у меня не получается ничего выбить из этого? Я уверен, что и у Матвея, у этого шкалера, тоже ничего не получилось выбить. Потому что это крайне сложно. Все, идем в другой. Бесит это все меня. Да не насрать, я хотел тебя. Ну сейчас наушники, пусть еще одни у меня будут. Че? Вообще, что делать? Написано оригинал, я в этом не сомневаюсь. Надо на логопеду походить. Буду лафыску выбивать, наверное. Да что ж такое-то? Да почему я всегда не туда попадаю, куда надо? Во всех ситуациях мне это прям раздражает. Да, да, наконец-то. Я уже не в проигрыше. Мне сейчас не осталось 200 рублей, то есть две попытки еще последние. Я прям буду максимально... Я не это заказывал. Вот оно, сборище жвачек Лафыс, друзья. Ну что здесь цены? Я ж говорю, зацепится. Коту приделать, что делать? Это все серьезно? Так, ну я, конечно, уверен на 100%, что вот этот iPhone меня выиграть не получится, потому что с ножницами у меня вообще какие-то проблемы постоянно, но, тем не менее, здесь стоимость игры 50 рублей, это значит, что у меня есть две попытки. Итак, как работает данный аппарат? У меня есть две попытки. А где вообще ножницы-то? Так, и что? А что она зависла? У меня еще две попытки, по идее, есть. С чего это вдруг? Тут 25, что ли, стоит игра? Да блин, а? Пачка денег ушла в этот автомат, скорее всего, чем ушла ко мне. Ладно, идем дальше. А где здесь зарядка самая обычная? Ну, для андроида. Я свою сломала. Вот так работать сразу все будет. У меня осталось последние 100 рублей сегодняшнего бюджета, который мы вместе с подписчиком соревнуемся. Я попробую сыграть две игры по 50 рублей. Вот это значит самая нижняя грань. То есть я смогу выиграть селфи-палку, Лафис Ассорти, вот такую модную штуку, или вот Кельвин Кляйн. А, я и просрал 100 рублей еще один. Ну что ж, вот такой у меня сегодняшний результат. 800 рублей. Я купил самую дорогую жвачку Лафис в моей жизни. Че, она со мной играет, что ли? Отдай бабки, наверное. Жри давай. О, все, съела. Да, все. С моментальным выигрышем есть что-нибудь? А давайте еще за 100 одну тогда. Да. Так, давайте тогда возьму вот одну такую и еще одну вот такую. Я в психушку купил моментальных лотерейных билетов, сейчас я их сотру. Если вдруг выигрыш окупится, я на эти деньги еще и ко всему там доиграю в автомат, пока он там бегает, ходит. Только не говорите ему, пожалуйста, все. Сейчас идем стирать эти лотерейные билетики моментальные, пойдемте. Последняя попытка, и я выигрываю всех. Тупой автомат вообще, ненавижу эти автоматы, блин, вообще. Буду выбивать вот эту жвачку. Хай, я вас всех наебал. Буду наушники выбивать. Легко, блядь. Вообще изи, блядь. Рука застряла. Сейчас посмотрим, что этот мешок с говном выиграл. Наверное, свой опять держатель на машину вот так вот. Раздолбал я уже все там, наверное, свое. Малин, вот это мое, это четко. Самый дешевый лотерейный билет. 30 рублей, стирать здесь. А я не понимаю, это надо суммировать, то есть 30, 30 и 30? В общем, 30 рублей я выиграл здесь. Ну, в общем-то, походу, ничего я не выигрываю. Так, ну ладно, и последний шанс у меня, это еще такая же игра. Я прямо ее выбирал, я чувствовал, что здесь есть что-то победное. Стираю сначала в данном поле. В общем-то, друзья, и эта попытка тоже оказалась неудачной. Я лишь намусорил здесь этими штуками. В общем-то, придется мне вот так сдаваться. Посмотрим, что выиграл еще и Матвей, и сравним наши подарки. Давайте. Давай сравнивать наши продукты. Да заткнусь, я заткнусь. Я Лафыс выиграл за 800 рублей. Я еще проиграл на лотерейные билеты. И две пары битцов. Ну, одни за свои деньги выиграл. Ну, это типа не считается. Уверен? Так, ну, а как мы поймем, что эти AirPods оригинальные? Здесь, конечно, написано... Здесь написано... Я не знаю, ребят, вот как понимаете, да, может, я поменьше выиграл немножко, но у меня такой романтический... Не надо мне мешать говорить. Может, я поменьше выиграл, но у меня такой, знаете, романтический подарок, можно с девушкой, там, с парнем. В смысле, у кого кто, не то что... Братан, ты с парнем тогда вообще? Знаете, решит в комментариях люди, кто лучше из нас играет. И выигрывает все это. В общем-то, узнаем с вами совсем скоро. В общем, пишите в комментариях, кто из нас лох. Если вы тоже хотите поучаствовать в данной рубрике, но почему-то не участвуете, то обязательно напишите об этом
комментариях, из какого вы города, какие у вас есть интересные игровые автоматы. Мы обязательно сразимся с вами, с подписчиками, абсолютно бесплатно. Вот. Ну ладно, Матвей, продолжай меня хейтить дальше, все. А он украл все мои продукты, ребят. Я серьезно, сними, он украл мои продукты. Он украл мои продукты.